Дети – наше будущее, и каким будет их настоящее, зависит от нас, взрослых. Инструктивно-методический образовательный семинар прошел на базе Бендерского ДДЮТ. Тема – профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Сегодня делятся опытом и лучшими практиками. В зале педагоги, медики, соцработники, правоохранители, представители госвласти. Задача – осветить проблемы в межведомственном взаимодействии. По итогам 2023 года очень интересно будет вот эту картину сопоставить, сравнить, как это было в 2022, в 2023, для того, чтобы понимать, а где надо доработать, где у нас есть слабые места. Еще одна такая цель – это помимо обмена опытом, это рассказать о том, какие возможности есть в государстве, для того, чтобы вы понимали, что есть межреспубликанский уровень, межведомственный уровень, где мы можем вам, опять же, предложить какой-то вариант решения вопроса. Не секрет, чтобы ребенок не натворил глупостей, нужно его занять. В республике такая работа ведется как комплексно, так и индивидуально. Кроме школы, дополнительное образование и кружки по интересам. В Бендерах это музыкальное, художественное, 6 спортивных школ и дома творчества помогают ребятам развить таланты и занять их досуг. Широко развивается программа летней занятости. К примеру, в 2022 году для подростков было предоставлено 287 рабочих мест. В 2023 уже более 400 ребят смогли заработать свои первые деньги. В 2023 году смогло отдохнуть летом на площадках городских школ и площадках ДДЮТ, а также спортивных школ, около 1000 ребят. Естественно, все это способствовало тому, что все это время ребята находились под контролем. Они получали различный опыт и реализовывали свои таланты и спортивные достижения. Социальное сиротство, низкий уровень жизни и алкоголизм родителей, насилие в семье. Причины проблем разные. И все же положительная динамика в Бендерах в работе с трудными подростками есть. В 2023 году на учет поставлено меньше семей, чем за предыдущий год, отмечают в докладах. 2022 года на профилактическом учете ИДН УВД города Бендера состояло 102 несовершеннолетних. С января 2023 года по 1 ноября 2023 года на профилактический учет ИДН УВД города Бендеры поставлено 45 несовершеннолетних детей, при этом снято с учета 39 несовершеннолетних. Участники семинара отметили, что важен систематический контроль ситуации, регулярная работа с неблагополучными семьями. Встречаться и обсуждать эту тему продолжат и в других городах республики.